Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Крещение – время волшебства, когда небеса открываются человеку. Обязательно проведите денежную практику в этот период. 18 и 19 января – это самые сильные дни, когда волшебство присутствует в жизни каждого человека. Небеса открываются, и вы можете изменить свою жизнь. И можно воспользоваться этим случаем и провести определенные практики в этот день. Результаты вас просто удивят. И сегодня хочу с вами поделиться одной очень интересной практикой – неразменный пятак. И именно эта практика позволит вам сделать так, чтобы в вашей жизни всегда присутствовал достаток. Подобная монетка наделена волшебной мощью и всегда имеет свойство возвращаться к своему владельцу. Сегодня ее можно считать талисманом, притягивающим материальной энергии, нацеливая вас на богатство. Итак, для семейного достатка 18 января берем свой кошелек и достаем неразменный пятак. Берите тот, который вам понравится. Если вдруг в вашем кошельке не окажется такой монетки, идем в магазин, покупаем что-нибудь, чтобы на сдачу обязательно был пятак. Это и будет ваш счастливый талисман. Дальше, когда вы нашли свой пятак, вы должны его положить под подушку с 18 на 19 января. Когда будете класть под подушку, то скажите такие слова. Свой талисман получаю, богатству дорогу открываю. Небеса в эту ночь открываются, достаток в моем доме пополняется. Да будет так. Вот эти слова говорите 3 раза. Все. Далее свой пятак вы оставляете до утра. А утром 19 января обязательно достаете свою монетку и убираете ее в доме на целый год, то есть до следующего 18 января. Ни в коем случае нельзя тратить эту монетку. Если вдруг вы ее потеряли, не можете найти, не расстраивайтесь. Она свою роль выполнила. Все, вам нужно тогда ждать уже следующего 18 января. И вот такая денежка всегда будет привлекать достаток, причем из разных источников, не принося вреда никому. И эта монетка будет притягивать достаток не только вам, но и всем членам семьи, кто живет рядом с вами. Поэтому обязательно проведите эту практику, чтобы в вашем доме всегда было благополучие.